С 17 по 19 мая в областной столице будет проходить 6-й международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Какие почетные гости посетят праздник в этом году? 11 наших почетных гостей, которые непосредственно будут участвовать 17 числа в научно-практической конференции, которая так и называется «Уроки истории Самарского знамени». Это, конечно, представители и Республика Болгария, то есть это известный кинорежиссер Владимир Штерянов. Это председатель ассоциации русско-болгарской дружбы и тоже один из членов международного движения русофилов, так же, как и Владимир Штерянов, Здравко Петров. Это приезжают известнейшие наши руководители крупных центров. Чем будет отличаться 6-й фестиваль от всех предыдущих? Работа конференции в этом году действительно отдельным днем для того, чтобы у всех педагогов, студентов, причем это и историки, и этнографы, и филологи, была возможность не только услышать лучших ведущих историков и филологов страны, и не только Российской Федерации, да, но и Республики Болгария, с очень содержательными докладами. У всех будет возможность потом не только посмотреть в прямом эфире, в записи, но и те, кто будут находиться непосредственно, да, на площадке, задать все вопросы и пообщаться с нашими гостями. Да, гостями. Что представят участники мероприятия на интерактивных площадках в Струковском саду? В этом году рекордное количество, 50 площадок. И мы надеемся, что каждый найдет не только возможность, время для того, чтобы прийти всей семьей, потому что это будет интересно и детям, и взрослым, и услышать патриотические концерты, и принять участие в мастер-классах, в интеллектуальных викторинах, кинопоказе, в ретро-фотоателье, то есть самому погрузиться, переодеться, да, в эту замечательную историю и эпоху. Об этом и многом другом рассказывает директор регионального отделения Российского военно-исторического общества, руководитель международного патриотического проекта «Самарское знамя» Инна Жичкина. Смотрите программу «Город С» 16 мая в 20:30 на телеканале «Самара ГИС».